Открывая глаза, мы вновь видим этот прекрасный мир, который нас окружает. В любое время года находятся моменты, которые остаются у нас теплыми воспоминаниями. Мы слышим шелест листьев в лесной чаще и любуемся лучами солнца, пробивающимися через кроны деревьев. Мы наблюдаем за цветением деревьев и с удивлением смотрим на крошечные плоды, которые совсем скоро превратятся в спелые яблоки. Трудно удержать в себе то, что впечатлило нас сильнее всего, и мы спешим поделиться своей радостью или открытием с родными и друзьями. Можно просто рассказать или, например, выложить пост и фото в соцсети. Пусть об этом узнает весь мир. Но так сделать могут, к сожалению, не все. Иногда случается так, что человеку трудно о чем-то рассказать. И тогда на помощь приходит творчество. Здравствуйте! Разрешите нам посмотреть, чем вы занимаетесь? Проходите, конечно. Всегда рады гостям. Как красиво! Посмотрите, какие разные рисунки! Да, наш мир прекрасен и удивителен. Кто-то видит вокруг себя только серый цвет, но для кого-то каждый день полон радости и ярких красок. Какой из твоих рисунков самый красивый? Да, он мне тоже очень нравится. А тебе нравится, как рисует Лиза? Ты иногда помогаешь ей? Мы художники дружные и всегда помогаем друг другу. Каждое занятие из урока в урок мы ставим себе цель и стремимся к ней. Всегда ли получается нарисовать то, что было задумано? Всегда бывает по-разному. Иногда я даю определенную тему, и ребята выполняют то, что я их прошу. Мы поэтапно выполняем разные рисунки, и они все разного уровня сложности. Конечно, иногда что-то не удается, но мы все равно каждый раз стремимся делать все лучше и лучше. И посмотрите, Лиза сегодня замечательно справилась, хотя было непросто. Да, Лизонька? Она внимательно слушала, и поэтому у нее все получилось. На каждое занятие я подбираю для детей новые красочные сюжеты. Все они различного уровня сложности. Лиза очень успешно справляется с любой поставленной задачей. Да, наш мир прекрасен и удивителен. Но художники видят его еще более ярким и красочным.